Друзья, всем привет! А вы знали, что в старых Нивах вот этот патрубок служил для герметизации генератора от воды, которую машина может хватануть там при преодолении брода? Но в новых Нивах такого нет. Но вот в старых генераторах, вот в этих, в Нивах 2121 и 2213, генераторы были на 55 ампер, и они были почти что влагозащищенные, почти герметичные. То есть у них был вот этот вот корпус со шноркелем, защищал щеточный узел, а сам генератор, обмотки находились в лаке, и, соответственно, они были тоже защищены от влаги, от попадавшей воды. Вот. Но при этом генератор выдавал меньше ампер, то есть сила тока у него была меньше, чем у современных, всего 55 ампер, как я уже говорил, а у современных 110 ампер. Но современные, они уже полностью открыты, как бы, и щеточный узел не защищен, в отличие от старого. Вот такие вот интересные были моменты с Нивами старыми.